Завтра мы поедем к Хатидже. Присоединишься к нам? Да, с удовольствием. Госпожа, я вижу, вы ни к чему не притронулись и молчите все время. Вы, наверное, устали. Нет, не устала. Вы за Ибрагима Пашу сейчас, конечно, переживаете. Но, на мой взгляд, странно, что именно сейчас такое случилось. Это просто удивительно. Иншалла, Паша Хазрат Лири, это не повредит. Ты зря беспокоишься. Ибрагиму никто не может повредить. Очевидно, что люди недовольны. Сегодня они это показали. Паша Хазрат Лири смог все уладить. Несколько наглецов, не весь народ. Неужели? Но повелителю решение Ибрагима Паши, кажется, не совсем понравилось. Он недаром передал дело на рассмотрение в суд. И что из того? Не смей вмешиваться в то, что тебя не касается, Хюрем! Хатидже, пусть знает свое место. Похоже, у тебя нервы сдают. Если хочешь, иди к себе. Попробуй уснуть. Отдохни. Мне не стоило приходить. Я только из-за тебя оказалась здесь. Приятного аппетита. Я не хотела огорчать Хатидже Султан. Ты здесь ни при чем, Хюрем. Хатидже всегда была очень ранимой. Верно. А после истории с Ибрагимом Пашой она стала и очень раздражительной. Что за история? Он с Нигер изменил Хатидже Султан. Наверняка до вас дошли слухи. Да, конечно. Горько, что женщине приходится переживать подобное. Но все уже позади. В конце концов, они помирились. Паша прощен и счастлив. И понятно. Хатидже любит мужа так беззаветно, что его не отпустит. Ибрагим Паша не из тех, кого легко удержать. А Хатидже, можно сказать, сама невинность. Верно. Она Нигер простила и, к тому же, ее ребенка приняла. Что-что? Мы раньше думали, что он умер. Но госпожа его скрывала. Ибрагим Паша узнал это и тут же ребенка взял. Поселил в одном из своих домов. Нигер срочно выдали замуж, и слова никто не сказал. Но сейчас они по-прежнему счастливы, правда? Верно. Теперь все хорошо. Что было, то прошло, и забудем об этом. Сладости?